Вот мы у нас в номере. Номер маленький, правда, такой. Самый маленький номер попался, что я была когда-то. Несколько раз отдыхала здесь, на Мертвом море. Но этот маленький самый номер, правда, есть тут кресло, оно раздвигается, можно даже кого-то еще третьего уложить в постель. Вот такая кровать у нас, картинки, дверь, а здесь шкаф стеной, весь зеркальный. Здесь мы положили вешалки, тут висят вещи. Там сумки, обувь, еще там вещи. Все, заходим в ванну. Мне очень нравится отделка в гостинице, такая вот, все отделано. Как это зеркало рамой такое отделано. Тут у нас гостиничное мыло. Шампунь, жидкое мыло и крем. Ну и наши щетки, паста. Зеркало увеличивает сильно-сильно. Еще одно зеркало. Вот такая отделка везде. Красиво очень. И есть телефон рядом с унитазом. Алло, алло, спасите, помогите. Надо позвонить. Ну и ванна. Купальник висит, сушится. Беленькие полотенечко, чистенькие. Вот так. Даже на полу сами кладут.